Константин, ну сначала прокомментируйте встречу, как оцените прошедшую игру. Итог, который нас, естественно, не устраивает. Старались ребята, мы знаем, что несколько матчей неудачно складывались. То есть, в принципе, и сегодня, к сожалению, не получилось. Но не смогли реализовать свои моменты, которые были, и, к сожалению, пропустили необязательные голы опять. На старте чемпионата играем неудачно в первом периоде. С чем это связываете? Всего 3 шайбы забили. Связано в большей степени с слишком сильным желанием, потому что все прекрасно понимают, что в такой ситуации находимся. Естественно, все хотят забить. Может быть, от этого где-то закрепощаются. Потому что моментов создаем очень много, моменты хорошие, но, к сожалению, связаться пока не очень. 2 поражения вот на старте этой серии, наверное, добавили нервозности перед настроем сегодняшним на игру? Да нет, в любом случае настраиваюсь только на победу. Здесь нервозности уже нет. Работаем, выходим, работаем. Но, к сожалению, повторюсь, опять сегодня опять не получилось. Что случилось вот в том эпизоде, когда забили и тут же пропустили? Как так получилось? Неправильно сыграли в обороне. Что сейчас нужно менять, чтобы выправлять ситуацию? Выиграть следующий матч, в любом случае. То есть начинать переломить один матч и дальше, в любом случае, и стараться следующий, соответственно. То есть в любом случае, первоочередная задача – это выиграть матч.